хочу знать. Значит, друзья, у нас сегодня в гостях Маргарита Мошкина. Здравствуйте, друзья. Здравствуйте, да. Самая, наверное, красивая женщина в нашей новосибирской сцене, да? Спасибо. Меня вот удивило, я недавно узнал, что Рита у нас не только красивая женщина и талантливая певица, она еще и у нас и психолог, да? Правильно? Так и есть. Психолог именно... отношения между мужчиной и женщиной, да, вот да. Такие вот вещи. Сексолог-консультант. Сексолог, я... Боишься говорить это слово? Нет, да? Я... Хочешь, поговорим об этом? Ну, да, давай, я как раз об этом хотел поговорить. Вот, видишь, как я угадала. Сегодня будем говорить о сексе. Секс – это если случилась у мужчины эрекция, потом произошли фрикции, так. Потом эякуляция, так. Потом женщина изобразила оргазм, так. Все кричат гип-гип ура и хлопают в ладоши. Случился секс. В жизни всего пару раз, наверное, да, в каких-то ситуациях я тебя видел. То есть и мы... каждый раз ты был пьян. Да, это правда. Ну, просто это места такие были. А я нет. Ты выступала. Если бы выступал я, то я был бы трезв. Было бы наоборот, было бы наоборот, ты была бы пьяна. Не исключено. Да. Вот, ну, вообще мне показалось, тогда ты легким человеком. Или мне тогда все легким казалось. Нет, ты понимаешь, потому что я слышал наоборот, что ты очень там с тобой иногда сложно очень разговаривать. Некоторые люди говорят, доносят мне, нет, что ты бываешь сложным человеком, что ты даже людей ставишь на место как-то. Вот так, да? Ну, я разная. Если нужно поставить кого-то на место, я могу. Если не нужно, зачем мне это? У тебя группа очень раскрученная такая, ну и давно существует, проверена. Почему проверена? Скажи мне, это глагол? Это наречие. Наречие? Ты же ведь учил русский язык. Наречие? Я уже не помню этого. Да. Это наречие. И этот вопрос, который мне задают примерно раз в месяц с начала кем существования проверено? Группы. Кем-то проверено? Есть много разных историй. Раньше я рассказывала их всех по очереди. Вот. Единой истории нет. Просто название мы хотели придумать максимально дурацкое, чтобы все запоминали. Ну и у нас удалось. Ну, понятно, чтобы все вопросы задавали. И, да, и, вопросы задают до сих пор. У тебя же мужской коллектив, да? Да. Практически. Да, да. Ну, поскольку ты сексолог, тебе легко, да, с ними? Мне сначала с ними было легко, а потом я стала сексологом. Просто у тебя в коллективе, да, работают два мои друга, да, Костыль и Корябыч. То есть это даже люди, которые играли в моем коллективе. Ну, там, это люди, которые играли во всех коллективах. Иногда мне кажется, что у нас, в принципе, в городе есть 4 человека, из которых складываются разные коллективы. Мозаика такая, ну да. Вот. И, то есть, ну, я знаю этих ребят, я знаю, что они хорошие, веселые. Они замечательные, правда. Но тебе с ними легко, да? Да, мне с ними очень легко. А им с тобой? Ну, они не жалуются, я не бью их палкой и даже не пинаю их ногами. Как-то все случилось, не смотри наверх. Мы должны бояться солнца. Мы не слышим смех, нас не остановят двери и замки. И почему-то нас боятся пригласить войти. Ты ведешь группы с женщинами, которые ездят, вы ездите на Алтай, да? Медитируете, делаете какие-то дыхательные упражнения, расслабляетесь. Наверняка у женщин есть какие-то, может быть, свои, как тебе сказать, ну, проблемы, да, которые они, в общем-то, решают с помощью вот этих занятий. Это так, да? Ну, не столько медитация, сколько телесные практики. Потому что медитация – это про голову, про представление. А телесность – это про действие, про ощущения, про умение находиться здесь и сейчас. Подавляющее большинство современных людей, это касается не только женщин, но и мужчин, живут в своей голове, в представлении о том, как должно быть. И, как писал, по-моему, Ерофеев, про мужчину, правда... Венечка. Да, про мужчину, правда, он писал, да, что мужчина – это конь, который мчится из вчера в завтра. Москва в петушках? Да. Ну, он там весело, он там всю повесть мчится из вчера в завтра. Да. Очень весело. Это касается не только мужчин, это касается, в принципе, всех людей.
И остановиться в настоящем мгновении – это целое искусство. Но именно в этот момент с нами и случается жизнь. Именно в этот момент мы можем быть счастливыми, несчастными, влюбленными, ревнивыми, какими угодно, но только в этот момент. Все остальное время, когда мы находимся в своих мыслях, в своей голове, нам кажется, что мы такие, но на самом деле жизнь проходит мимо нас. То есть есть только миг, за него и держись, да, между прошлым и будущим? Да, что-то именно есть он в этих словах. Называется жизнь. И вот моя задача – донести до человека, неважно, женщина это или мужчина, именно вот эту мысль и научить человека в этом жить. Потому что одно дело рассуждать об этом, как Ерофеев или как слова этой песни, а другое дело – это уметь жить в моменте, не пропускать жизнь мимо. Однажды мне одна проститутка сказала, что секс в голове. В том числе. Да, говорит, и если ты, скажем, не умеешь расслабиться, да, ну, в общем, имелось в виду, что у тебя в голове, то и будет вот у тебя здесь. Потому что многие же там женщины, ну, что греха таить, мужчины иногда, да, но женщины, мне кажется, чаще. Потому что с мужчинами я реже встречаюсь вот в таких отношениях сексуальных, чем с женщинами. Ты все-таки бывает. Ну, давай, это ставим за кадром, да. Ну нет, ну хорошо. Да, ребята, я шучу, конечно. Вот. Многие не умеют просто как бы элементарно расслабиться. Вот мне всегда казалось, чего более, двое партнеров готовы, да, что еще надо? Какие проблемы с сексом? Все, нет никаких проблем. Но все равно возникает, то есть в этот момент там женщина вдруг начинает думать, да, что там у нее непобеленный потолок, или еще что там какие-то, или вот чего хотят женщины, фильм был, если помнишь, там, она все время его сбивала, там одна... Прекрасный спектр мыслей, да. То есть он слышал мысли, и вот она совсем думала не о том, что вообще, о чем нужно думать. Как с этим бороться? Как вот с этим бороться? Что у тебя в голове? То есть это телесными практиками или еще каким-то? Это исключительно телесные практики. По-другому расслабиться никак не удастся. И я сначала засомневалась, тот ли смысл вкладывала вот эта женщина во фразу. Сейчас поняла, что да, тот же самый смысл. По поводу секса в голове. В настоящий момент подавляющее большинство современных людей, они занимаются сексом, имея в голове план полового акта. Так. Вот как сейчас я подойду к ней, что сейчас сделаю. Она думает, вот как я сейчас удивлю его, как я повернусь, а как поворачиваться мне не надо, потому что там я где-то там толстая, где-то у меня там целлюлит, и этого нельзя показывать, иначе он увидит так, и вот о чем думают женщины. Не только об этом, про побеленный, непобеленный потолок тоже. И все, что вот было показано в фильме тоже. Вот. А мужчина, чаще всего, который тоже не живет в реальности, он ведь как подходит к половому акту? Он, значит... Расскажи мне. Да, сейчас расскажу, да, тебе как мужчина мужчине. Он смотрит порнопродукцию. Так. И у него в голове складывается как надо. Вот. При этом, как правило, на реальность мужчина делит очень редко. Как правило, мужчина верит тому, что он видит. Но люди вообще очень доверчивые, как дети, честное слово. Вот. И вот, значит, он, видя прекрасные вот эти вот, ну, мужские тела, у которых всегда есть устойчивая эрекция на протяжении как минимум часа, вот, ожидает от своего тела того же самого. И дальше, когда мужчина вот с такими ожиданиями от своей собственной эрекции подходит к женщине, он ждет от нее, что она будет вести себя точно так же, как вела героиня порнофильма. И что с ней в целом можно и сделать все то же самое, что делали с героинями порнофильма. А реальность, она не такая. И мы сталкиваемся с разочарованием, которое началось еще до того, как мужчина подошел. У женщины другая история. Она, я сейчас говорю сразу же, оговорюсь про многолетние отношения. Про такие отношения, которые... длились уже не первый год. Здесь все надолго и всерьез. Когда уже лодка
разбилась любовная обыдка. Ну нет, да? Она еще не разбилась, раз у них есть секс, да. Но пытается разбиться. Да, но уже вот это вот представление современное о сексе, да, ведь современное представление о сексе какое? Секс – это если случилась у мужчины эрекция, потом произошли фрикции, так. Потом эякуляция, так. Потом женщина изобразила оргазм, так. Все кричат гип-гип ура и хлопают в ладоши, случился секс. Вот. И, конечно, с таким подходом можно заниматься сексом только совсем в юности. Почему изобразила? Потому что когда у женщины не побелен потолок, целлюлит, кредиты, дети, работа, дом и все остальное, ей нужно, я сейчас говорю про среднестатистическую пару, ей нужно очень много времени на подготовку. И, конечно, когда мы подростки, вот эта схема общепринятая, она нас устраивает. Но дело в том, что современным обществом, в принципе, правят подростки. То есть взрослые люди, которые сознанием остались подростками. Поэтому считается, что, несмотря на то, что тебе уже не 18, а, например, 25, или 35, или 45, или 55, или так далее, но у тебя схема секса должна быть все равно такая, выше обозначенная. Эрекция, фрикции, эякуляция. Ну, что-то там женщина почувствовала, может быть, нет, но это не важно. И если происходит какое-то нарушение, мы называем это дисфункциями и лечим. Хотя по факту, конечно, если делать долго одно и то же и одинаковым образом, то это как минимум надоест. А почему секс должен быть исключением? Конечно же, он надоедает в таком виде тоже. Таким образом, женщине, конечно, приходится, чтобы не обижать мужчину, ей приходится изображать оргазм. Вот как это работает. Ты знаешь, у меня есть некий опыт. Сейчас, да? И мужчине для стимуляции, собственно, нужны вот просмотры тематического видео. Ты знаешь, я тебе хотел сказать, вот у меня есть некий опыт уже сексуальной жизни. И очень бывает настолько, в жизни были контрастные женщины, да? Были женщины, которым очень тяжело было достигнуть оргазма. Это просто, это был для меня, например, какой-то труд, да? А были женщины, которых вот задело, они уже... И все, они кончили. Понимаешь? А мужчина один, да, например, вот это я. Блин, так? Вот почему, блин, так? Вот эта вот женщина, которая, легко возбудимая, которая да. ты задела, у нее случился оргазм, она перестает быть такой, когда ты прожил с ней 10 лет. Да. Ну, в этом есть какая-то суть, хотя я тоже, видишь, я не женщина, то есть у меня немножко по-другому, как-то, у меня нет таких, 10 лет прожил, хотя некоторым мужчинам тоже надоедает, да, я знаю. Все, то есть, это прекрасно. Как простела. Только мужчине надоело, это прекрасный повод для того, чтобы уже наконец начать работать над сексуальными отношениями. Потому что общество в этом не помощник. Я про него уже рассказала, про то, что ждет общество от секса. И здесь уже наконец-то открывается поле для чудесного исследования своей собственной сексуальности и сексуальности своей партнерши или своего партнера. И это такое поле для возможностей, что нам не хватит, конечно, часа рассказать, какие возможны варианты. Но если в двух словах, то нам уже не по 18, например. Ну, нам-то с тобой понятно. Нет, мне чуть больше, тебе так. 19, по-моему, да? Ну, да.
практически. И с каждым годом наша гормональная система начинает работать немножко иначе. А представления о сексе остаются подростковые, пубертатные. И это неправильно. Стоит довериться телу и посмотреть, почувствовать, а что хочется от секса сейчас. И вообще перестать называть сексом, собственно, половой акт с коитусом и вот всем вышеперечисленным. Секс – это неотъемлемая часть жизни. Сексуальная энергия – это энергия жизни. И умение наслаждаться, вот те женщины, про которых ты рассказывал, да, которые умеют наслаждаться, чем они отличаются от тех, которые не умеют, от тех, которым сложно расслабиться? Они отличаются в первую очередь умением получать удовольствие в любой момент времени. И до того, как ты к ней прикоснулся, она получала удовольствие от ветра, она получала удовольствие от своей походки, от того, как смотрят на нее мужчины. Она находится в состоянии флирта с самой жизнью. И не хочу тебя расстраивать, но мужчина в данном случае практически ни при чем. Потому что, когда у женщины такой подход к жизни, ей подходит любой мужчина. Она знает, как получить свое удовольствие и где оно находится. Слушай, а может быть, одни просто меня не любили, а притворялись, а другие любили искренне? Может быть и так. Я смотрел мужское движение на Ютубе канал, да? Угу. И там есть очень забавные типы, они, конечно, немножко обижены жизнью. Ну, угу. Мужчины такие обожженные, обжегшиеся, скажем так. Ну, то есть, есть такое мнение, там есть такая схема. А женщина формирует вокруг себя оленей хоровод. Когда она сформировала этот оленей хоровод, при том, что она не то, что это специально делает, а ее уже так общество научило. Она сформировала его, она выбрала, смотрит самых ресурсных оленях, оттуда берет, смотрит, кто, с кем она будет спать, с альфачами, да, кого она будет френдзонить просто. Ну, потом выбирает... Мы сейчас говорим про альфа-самку. Мы как бы говорим просто про женщин. Нет, потому что если уже мы начинаем делить мужчин на альфа-самцов и так далее, омега-самцов, то женщин мы делим так же. И поведение у них очень отличается. Мы сейчас, в данный момент, они рассказывали о своих бывших женах. А, то есть им в жены достались альфа-самки. Возможно. А они были олени. Хочу рассказать. Они были олени. Они вообще говорят, что, в принципе, схема одна и та же всегда. Что независимо. И вот когда она выбирает самого ресурсного, а этот ресурсный, неважно, там, что у него денег по ресурсам больше, там еще что-то, скорее всего, что вот денег, да, она женит его на себе, все остальные... А как она это делает, если с ней спросить? Она крадет его на коне, и конечно, они... Они уже все в оленем хороводе. Они уже все ходят, а она просто теперь уже выбирает. Вот она выбрала самого ресурсного. Она делает семью, он ее содержит. Остальные, кто был альфа-самцами, она с ними просто спаривается, потому что она это делает, потому что ей приятнее. А с этим просто живет, потому что он дает ей деньги. Потом, когда она эти ресурсы исчерпывает, либо находит более ресурсного самца, она этого самца бросает, естественно, и переходит к другому. Может быть, некрасивое мнение, да, но есть целое, почему некрасивое? Целое, мне мужское, кажется, это... целое мужское движение. Мне кажется, это совершенно прекрасное описание одного из эволюционных поведений женщины. Вот очень хорошо здесь подмечено про альфа и омегу, да? В любой популяции это, а мы все-таки немножечко животные, все-таки мы чуть-чуть обезьянки. В любой популяции, конечно же, есть разделение на альфовость и омеговость. И если мы говорим про мужчин, то альфа-самец – это, как правило, очень такой действительно завидный жених. Его, как правило, все хотят. Он обладает каким-то ресурсом. Он обладает либо физической силой, чтобы достать ресурсы, либо, деля на современное общество, деньгами, либо у него просто очень большой фалос. И от этого его мускулинность повышается, и его просто все хотят. Петушкам клеили гребешки, и они становились в альфе с петушками. Петухам заклеивали гребешки красные, и их заклевывали просто. Да, в том числе. Да, то есть, а ничего не менялось больше, кроме гребешка. Хороший пример, да, совершенно верно. И, конечно, за альфа-самцами всегда стояла очередь. Альфа-самцы всегда полигамны, потому что их эволюционная задача
оставить как можно больше потомства, именно со своими генами. И чаще всего с альфа-самцами альфа-самки не живут, потому что им очень сложно услеживать за этим альфа-самцом. Они не готовы жертвовать. С альфа-самцами всегда живут омеговые самки. У него их много. Они готовы к мазохизму, потому что если у самца большой фаллос, это, извините меня, физиологически не очень-то приятно заниматься с ним сексом. И альфа-самка редко на это пойдет. А омега-самка – да. Вот на самом деле женский мазохизм – это высшее, ну, психологически это высшее проявление женственности. Такое уже на грани с расстройством, на грани с девиацией. Вот. И таким же самым образом, вот как сейчас я рассказала про альфа-самцов, точно так же делятся и самочки в природе. Есть альфа-самки, которые выбирают себе, здесь очень верно подмечено, они выбирают себе того самца, который будет заботиться о ее потомстве. Альфа-самки всегда полигамны. Почему? Потому что им нужно оставить как можно больше потомства с разным генетическим материалом. Вообще надо сказать, что мужчины, они такой, это экспериментальный фонд эволюции. Конечно. На мужчинах природа экспериментирует. Именно поэтому вы встретите мало настоящих гениев среди женщин. Именно поэтому вы встретите мало настоящих маньяков среди женщин. А у мужчин запросто. То есть они очень легко поддаются вот этим генетическим отклонениям. И поэтому задача женщины, если она альфовая самка, а это значит, что природа ее выбрала, сделала такой сильной, адаптивной, умеющий выжить в любых условиях, ее задача оставить как можно больше потомства от разных мужчин. Потому что в этом заключается выживание популяции. Вот. И вот эти вот мужчины, как ты говоришь, обиженные, ну, их можно понять, честно говоря. Да, я бы на их месте бы тоже очень обижалась, конечно, ну, если бы попала в такой переплет. Вот. Надо сказать, что омеговые женщины, они никогда не жалуются. Но они потому что мазохистические, и если их обижают, они считают, ну, так нормально. Вот это мне подходит. Ну, видишь, вот это мне подходит. Это ты сейчас ненавязчиво так намекнул на свою альфовость. Давай переключимся. Ей немного страшно, нам немного жаль, только все ее дороги ведут на наш алтарь. Нас не остановишь, не создашь помех, мы боимся только света. Не смотри наверх, не смотри наверх, не ходи за эту дверь, а кого там встретишь, никому не пей.